Помните план на атаку. Вы отдаете мяч Соломону, а дальше... Так и я бью верхний правый угол стадиона. Сколько тебе раз повторять? Верхний угол ворот. Так, а ты помнишь, кому тебе надо отдавать ассисты? Да, игрокам в таких же футболках, как и я. Правильно. И помните самое главное правило. Забивать надо много, а привозить мало. Черт, меня сбил Соломон с этим своим удар в верхний правый угол стадиона. Что ты сказал? Таки надо было бить не в ворота. Хорошо. Тренер, я таки все правильно сделал. С такой меткостью, надеюсь, в израильской армии ему не выдали автомат. Иначе вся планета под угрозой. Дідько, с такими ударами я зможу грати за футбольні гранди лише на PlayStation. Знову. Эй, помощники, мы походу забыли сказать футболистам, что надо бить в середину ворот. Мне больно на это смотреть. Хочется встать и показать, как надо забивать такие моменты. Вот сейчас как встану. А, не, фух, прошло. Чуть не забыл, что я уже как бабка. Дискомфортно, если жопа не чувствует лавку. Сегодня на поле необычно мало бразильцев. Надо вытворить что-то в их стиле. Єй! Як здорово, що я не вмію обробляти м'яча! Зате у мене довга нога! Так вот что бывает, если отдавать пасы в сторону чужих ворот. Ничего себе! Да почему этот мяч не залетает в ворота? Все дуже просто. То було моє місто, а це моя країна. Пора выпускать Мудрика и ТТ. Они смогут все изменить. Кажется, мяч я перехватываю хуже, чем девушек. Не лякайтеся, це я поставив паузу. Буквально на декілька секунд. Просто щоб ти встиг поставити лайк та підписатися. Все зробив? Тоді поїхали далі. Задача простая. В нашей штрафной не должны появляться игроки не в динамовской форме. Всем понятно? Да. Хлопці, нам потрібна ваша перемога над Бенфікою, щоб пройти далі. І я не з пустими руками. Ось вам промокод від друзів Каси Газон. Вводьте його на сайті, робіть депозит і ставку 50 гривень. І зверху отримуєте ще 50. Непогана така надбавка до вашої зарплатні, вірно? Перша минута, а ви вже не справились. Да на ньому форма Динамо! Та якось завалялася зі старих часів. Витя, ну як же так? Буя, все нормально. Наша главная цель – это выбить Барселону из Лиги Чемпионов. Шо? Просто необходимо ставить реальные цели. Тогда легче их добиваться. Непродаймый Рому. Он мог бы сейчас забивать за Динамо. Не говори чепухи. Непродаймый Рому. Он сейчас мог бы забивать за Черноморец. Беня, что после матча делать будешь? Катюша, и ты здесь? Не нужен мне мяч, мне нужна только ты. Что болит? Сердце. За то, как Динамо грає у цій Лізі чемпіонів. Фух, отмучились. Наконец-то Лига чемпіонов закончилась. Может, теперь выберем путевки в отпуск? Легко. Я пошукаю, де готелі з аквапарком. А вы пока посмотрите на лучшие комментарии под последним выпуском. Вдруг там себя найдете.